Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-героев. Ну что, пойдем на ежедневки. Так, нанесите 20 единиц урона Нептусью. Так, замораживаем зомби и нанести 20 единиц урона зубостизилой. Окей, значит, Нептусь. Пойдем, вот у нас Нептусь. Что там у нее за колода, если не секрет? А колода у нас какая-то соляночка, да, получается. Вот это вот, наверное, уберу. А вот это вот я, скорее всего, добавлю. Плюс у нас заморозки, откидывание, уничтожение. Интересная довольно-таки колода, давай попробуем. Давай попробуем, что у нас получится. Так, а у меня лужайки-то там взяты? По-моему, взяты. 20 единиц урона нам нужно нанести Нептусью. Мне, конечно, больше нравится не то, чтобы 20 единиц урона нанести, а когда дают тебе задание именно выиграть определенным персонажем. В плане, что с интернетом у нас не то. У меня все там нормально с интернетом. Че они опять вот начинают заниматься ерундой? Соединение какое-то, проверьте. Нашли. Кого-то мы нашли. Это у нас зубостизила 10 ранг. Ну что же, окей. Попробуем. Первого хода у меня нету. Но еще неизвестно, конечно, что нам сейчас выпадет. Нам может выпасть кто? Осьминог, насколько я помню. Ну что, соперник вытягивает стартовые карты заново. Это кто у нас там? Зефита? Зефита какая-то. Или какой-то. Мне кажется, он... Ага. Нет, все нормально. Я уже думал, что он залетел не по адресу. Насколько я помню, у зубостизилы могилоедов нет. Поэтому вот этого пирата можно будет, в принципе, выставлять смело. Но он может перекрыть. И эта зубостизила, скорее всего, на хилах будет. Скорее всего. Проверим. Что он сейчас поставит? Он ставит двойной удар. Двойной удар. Прям как Ван Дам, ё-моё. А если вот так поставлю? А я так и думал, ребят, что у него будет такая возможность захомячить. Окей. Захомячил. Перетягивает, да? Блин, нет смысла, ребят, ставить мне вот эту штуку, потому что если у него один-один по земле есть, это будет плохо. Нам проще будет... Ага, давай так сделаем. И, наверное, вот так. И вот так. Угу. Это сколько дает нам? 2. Плюс 2 к хп. Такс, да? Плюс 2 к хп. Ну, поехали, вот так сделаю. Он уничтожит же все равно. Он же все равно, гаденыш, уничтожит. Могилоедов нету? Нету у него.
Зубостизила на горах острелах. Кстати, а почему бы и нет? Кого замораживать будем? Этого, наверное, Охламона, да? Да, наверное, его будем замораживать. Поехали. Так, но он все равно сейчас двоечку мне влепит. Вот тебе и вопрос. Вот тебе и ответ. Как бы тут лучше сделать? Ну, давай, наверное, вот так. Да и хорош пока. Защита, если что, у нас есть. Прикрыть сможем. Можем также вирус еще влепить. Но вирус вот сюда невыгодно. Хотя, почему невыгодно? Ага, вот он что делает. Все, да, на этом? На этом, походу, все. Так. Давай все-таки я вирус, наверное, поставлю. Погнали. Ой, зря ты это, Рэй. Сейчас у него что там, минус один, минус один? Или хиляться он будет, тут одно из двух. А, вытаскиваю две карты. Ага. Ну что, друзья, сделаем-то? А сделаем, наверное, мы вот так вот. Сделаем мы вот так вот. И сделаем мы вот так. Сейчас посмотрим. И куда? Я-то думал, там что-то серьезно. Конечно, не очень приятно было. Хильнется он сейчас. Угу. Бамс. Кто-то сейчас, ребята, у нас превратится. Ага, вот этот. Ну, давай, наверное, я поставлю вот так. Просто мне интересно знать, что он сейчас сделает. Хилку он потратил, да? Это он потратил. Ну что, защита у нас есть, друзья. Есть защита у нас на этот случай. Вот так она выглядит у нас приблизительно. Погнали. Чпок. Чпок. И хана ему. Все. Ну что, Нептусе нанесла 20 единиц урона. И мы с тобой двигаемся дальше. А дальше у нас нанести 20 единиц урона зубостизилой. Плюс заморозка зомби. Кто у нас на заморозке зомби? Ну, в принципе, на заморозке зомби у нас пойдет... Роза. Да, ребята, Роза пойдет. Так, зубостизила. Ну что ж, давай посмотрим. Насколько помню, у меня зубостизил идет на хилах. Так что, ну, конечно же, кого против меня могут поставить? Естественно, великануса.
Больше же некого поставить, только великануса, блин. Да нет у меня возможности пока ничего тут ставить. Создает телепорт. Угу, создает телепорт. Даже так. Угу. Давай, давай, ковбойша, иди сюда. Так, вот я сделаю. Прекрасно. Я тебе, парень, этого не позволю. Понятно. Ну что, друзья, делаем так. И делаем так. А там посмотрим, что он сделает. С одной стороны, зря я, конечно, сюда влепил его, потому что он может сюда намного сильнее кого-нибудь поставить, и будет не очень приятно. И что он утворяет? Угу. Интересно, интересно, ребят. Давай я, наверное, поставлю вот так вот. Я хочу просто посмотреть, кто там у него. Угу. Вампирчик стоит. Надеюсь, у меня сработает. Спасибо. Поехали. Ух, забористо. Так, ну что, вампир. Надо как-то, ребята, с ним разбираться. Так, поставим сюда. И, наверное, поставим сюда. Заморозка. Ну ладно, пускай будет заморозка. Замораживает. Ну хорошо, ребят, я, в принципе, мне что. Я поставлю потом этого и все. Ставим вот этого. Куда только? Наверное, сюда влепим, или куда его лучше? Сейчас посмотрим. Ты посмотри, а. Ну ладно. Добор карты, я надеюсь, будет. Будет, ребят. Будет у нас добор карты. Вот это вот не очень приятно, конечно. Угу. Понял, что я сейчас хочу сделать. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Угу. Но он сюда может кого-то поставить, ребят. Вот этого хламона нужно уничтожать как можно быстрее. Спасибо. Как же мне тут быть? Он же этого будет прокачивать, да? Он же ведь его будет прокачивать.
Пим-пим-пирим. Давай попробуем, посмотрим. Угу. Ё-моё, вот. На тебе. Только я, наверное, вот так вот бомбану сюда. Пим-п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 им
постоянно Гаргантюа, ребята, ставит. Вот у него что было в планах. Нет, блин, да какого хрена, блин, ну че, блин? Это трындец, ребят. Все, все, тут хана. Тем более вот с этим придурком еще. Ну ты посмотри, ну это че? Ну сколько раз уже вот это вот повторяется, блин, в игре. Вот ты заметь, это уже не первая игра, когда вот так вот делается все, блин. Именно, блин, вот этот хмырь выпадает, блин, зомбобот. И вот вместе с этим колдуном, блин. Там была стопроцентная победа, ребята. Все, просто стопроцентная победа была бы. Блин, бесит аж. Просто призвал Гаргантюа три штуки, и у него выпадает разгром. Никто-нибудь, ребят, вот вообще никто-нибудь. Именно разгром, точнее вот этот вот, блин, зомбот и остальные, блин, с колдуном вместе, блин. Именно с колдуном, блин. Вот ты посмотри, по-моему, серии 3 или 4 точно так же все было. Один в один, блин. Вызывает он вот этих три Гаргантюа, и выпадает у него вот такая вот солянка. Уроды, блин. Просто я тебе скажу на своем опыте, когда я играю и вызываю вот эту фигню, мне выпадает всякая хрень. Понимаешь? Так, вот это мне уже не нравится. Это что-то, ребят, что-то мне это не нравится. Надо этого хмыря сразу уничтожать. Я уже понял, на чем он будет играть. На этих, на животных. Ты не запарил, парень? Так, у него, наверное, еще 4 штуки обычно берут таких. Так, ну я не знаю, что там. Посмотрим. Ну, допустим. А здесь кто? Еще один такой же. Ладно. Так, ну это мы с тобой компенсируем сейчас за счет лечения. Погнали, короче, сделаем так. Сюда что-ли будешь ставить? Ну давай, ставь. Даже так. Окей. Так, ребят, сейчас хильнемся по-крупному. По-крупному сейчас будем хиляться. Ух, я ему не завидую. Сейчас мы с тобой, ух, захиляемся так, что мама не горюй. Все, молодец, красавчик. Поехали, короче. Сделаем так. Сделаем вот так. И вот так еще. До кучки. Ну, пускай там думает, что хочет. Что у него там есть-то?
Да. Ну, за подарки спасибо, конечно. Так, ну, не забывай, что у него есть капелька. Уничтожительная. Я ее так называю, капелька уничтожительная, блин. Ну, это вообще, ребят, великолепно. Он все не угомонится никак, да? Он все никак не угомонится. Давай я сюда поставлю. Хочу посмотреть, что он там будет делать сейчас. Угу. Допустим. Это как-то тебе поможет, что ли? Я не знаю. О, парень, да... До свидания, наверное. А, нет. А, все, да, ребят, до свидания. Я-то думал, у него там что-то серьезное. Но все равно вот тот бесявый предыдущий бой был, это из ряда вон выходящий, ребят. Просто взял и разнес своим зомбоботом. Ну что, замораживает зомби. Давай, наверное, тогда возьмем розу. Розу. Интересно, а если мы, например, сыграем на заморозке? Мы как-то пытались, по-моему, с тобой сыграть на заморозках, да? Тун-тун-тун-тун. Мне знаешь, кто нужен в этом случае? Тын-тын-тын. Арбуз. Арбуз ледяной есть у меня? Угу. Аж два ледяных арбуза ты не хочешь? Нет у нас никакого ледяного арбуза, к сожалению. Это плохо. Есть обычный арбуз. Есть вот такой вот. Раз, два, три, четыре. Откидывать. Откидывать надгробие. Откидывать надгробие. Нужен ли нам этот откидывающий надгробие? Я не знаю, ребята. А зачем мне надо вот этих вот 4 штуки? Зачем я их взял? 4 штуки. Для чего? Для кукурузы, если только. Да. Сложный, однако, выбор, да, ребят? Замораживать зомби. И ландшафта ни одного не взял, да? Молодец, Рэй. Ни одного ландшафта не взял. Давай, наверное, возьмем с тобой вот этот вот. Ой, сейчас я, по-моему, отгребу, ребят, здесь по полной программе. Ну ладно, у меня суть какая? Заморозить зомби, да? Так что попробуем сейчас заморозить. Давай вот не надо вот... вот. Так вот сразу жестко-то все. Две капельки замораживающие. Ну, что еще может быть хуже? А потом он будет выставлять сумоиста, да? Ну, скорее всего, будет сумоиста выставлять. Хотя... Давай так поставим. Посмотрим, что у него. Валун. У него может быть валун. Понял? Ландшафт. У него, ребят, ландшафт.
Пират. Да понял, я понял, что ты пират. Все, радуйся. Что дальше-то сделать мне? Что у него там может быть? Из магии-то я уже забыл, что у него. Он ничего не стал делать. Интересно. Интересно, ребятушки. Даже так. Блин, я здесь никак не могу, да? Не смогу сделать. Ну давай я его превращу в кого-нибудь там. Я не знаю, кто там будет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Рэй, зачем ты это сделал? И вот так заморозку. И что он творит? Он что рассчитывает? Угу. Где мои кабачки замораживающие? Скажи ко мне на милость. А? Где мои замораживающие кабачки? Так, если он сейчас что-то применит, мы ему бомбанем. Мы попадем ему в щит. Так получается? Вытягивает две карты в щит, ему сейчас прям влетит. Поехали. Так, так, так. По-моему, ребята, он доигрался. Ну, понятно тут. Ну, давай, применяй заклинание. Чё ж ты? Если он применит заклинание, ребята, 3 в лоб получит. Не стал. Вот эта штука хорошо. О, еще лучше даже. Хиляется там из последних сил. Да пускай хиляется, ребята. Мне как бы, честно говоря, все равно. Так, ну у него наверняка есть ракета, да? Посмотрим, что у него там есть. Я знаю, что 4 в лицо от этого может прилететь. Ну и, соответственно, тогда все. А, вот, еще не все, ребят, тогда. Тогда еще не все потеряно для него. Сюда поставит ландшафт, гаденыш. Опять, ребята, можно назвать, ну просто фартануло, блин. Так, ну что мне делать? Что же мне сделать-то здесь?
Давай, наверное, сделаю так. Так. И вот так. А там уже посмотрим. Уничтожает, да уничтожает, господи. Вот этот потом всех твоих ребятулек накажет. Если, конечно, у него не будет там какого-нибудь уничтожителя, блин. Это последнее, что он мог использовать. А у меня, ребята, еще ничего не использовано. У меня еще все есть, блин. Ну... Смотри. Ты просто посмотри, что у нас тут. Ну все, побаловал и будет, ё-моё. Все, хорош, завязывай. Дурачка врубает мне здесь. Прикинь, сейчас у него превратить всех в зомби. В гаргантюа. Да нет у него такой карты. Уничтожай, да уничтожай ты, господи. Так, ну что, сейчас будет разнос. Раз. У нас сейчас работает защита. Угу. Эту карту мы пока не будем тратить. Ага. Ребят, вот я не понимаю, это вот специально что ли так сделано? Ну куда он сейчас поставит его? Вот сюда, наверное, кинет. Сюда даже. Ну что, опять их превращать что ли в этих мелких? Давай, превратим. Поехали. Если он на воде чувачка не подобьет, ему крышка, ребят. А он подбил. Ну, он остался без карты. У меня еще есть карты, ребята. Заморозки есть, все, что хочешь. Превратить могу в козла любого. Вот единственное, вот это меня напрягает. Стоит на неудобном, так скажем, ландшафте для меня. О! Ну, это понятно, это следующий ханыга, который у нас отдупляется. Не знаю, будет ли у него там валун. Посмотрим. А, противник сдался. Напряженный какой-то поединок с 23-м рангом. Что-то как-то... Прям вообще... Ух. Так, ну вроде бы здесь все, ребята. Оу. На халявку еще 10 гемов получили. Отлично, спасибо. Так, ежедневку, ребят, я не знаю, ежедневка. Она в откате или нет? Сюрприз называется она. Так, инжир хорошо ладит с крепкими растениями, которые дешево стоят. Воспользуйтесь колодой бабаха. Двойная угроза превратить своих чесноков и стенорехов в великих цукини. А что такое? Кто такие великие цукини? Ага. Слушай, ну... Да как... Чё, блин? Куда столько... Ну куда столько ландшафтов-то? Ну ядрён, матрён, ну... Блин, это будет глупо, если сейчас поставлю. Посмотрим. Так, ну он сейчас зомбик-то выкинет. Куда? Сюда? Ну, конечно, ребят, ну куда он еще может выкинуть? На, конечно, блин, на воду, блин. Нервомотатель сейчас будет на воде на своей стоять, тут вымораживать меня. Петушара еще достанет. Ну, давай, поехали. Так, как мне вот этого ханурика достать? Я даже не знаю, ребят. Что за там за подлагивание еще? Ага. Ага.
Вот так вот он решил сделать. Давай, короче, поставим вот так вот на землю. А здесь, наверное, вот так поставим. Защита будет или нет сегодня? Пузырь, блин. Так. Это он сейчас пойдет тут наяривать, что ли, я так понимаю, да? Давай так сделаем. А груша-то будет ходить у меня сегодня или нет? Будет, твою налево. Заколебал ты, а? Давай сделаем так. Да просто, чтобы не было этого хламона. Кто там у него? Вот, прокачивай сам себя. Я отдуплился. Так, 3-3. Что делать, блин, фиг знает. Ну давай так попробую сделать. И вот так. Ты посмотри, что, а? 5. Да какого хрена мне столько ландшафтов-то? Нахрен вы мне даете эти ландшафты? Это идиотизм, друзья мои. Ну просто идиотизм. Ну нахрена мне столько ландшафтов-то? Ёпрысы ты, блин. У меня нет просто слов, ребят. Вот сейчас уберет вот этого, поверь мне. Вот сейчас вот этого уберет. А нет. Давай рикошеть свою вшивого этого петушару. Надеюсь, хоть кто-нибудь вырубит вот этого. Ребят, это маразм, блин. Нахрен мне вот столько ландшафтов, их вшивых, вот эти вот ландшафты. Они мне нафиг не нужны, блин. Когда мне даже поставить некого, блин. Идиотский вот этот вот сюрприз, блин. Я бы по-другому бы назвал бы это. Давай сыграем с тобой в битву за кого-нибудь. Блин, надо успокоиться нафиг. Я офигею, ребята. Это просто дебилизм. Ландшафтов целую куча. Кого я должен на них ставить, блин? Одни ландшафты выставлять? И все? На воду выставляет. Если вот его, блин, бамаха нету никого, чтобы на воду поставить. Молодцы, красавцы, блин. Тупоризм, блин, первой категории. Просто тупоризм, а. Да. Я, конечно, в шоке от этого. Так, ну что у нас тут? Давай так, посмотрим, есть у него минус 2, терновый этот. Как он там называется? Куст, блин. Нет у него тернового куста, у него гриб. Гриб? Он на прочерках, что ли, собирается играть? Проверим.
Ты видел? Что у нас здесь вот этот чудик? Нет, ребята, нехорошо. Погнали. Блин, надо было мне вот сюда нарастать. Хотя какая разница. Ну все. Нет. Тут не четеришка или случайно пахнет, а? Ребята. Тебе не кажется, что это читерок какой-то, самый настоящий? Фруктовый микс, да, у него остался там, наверное? Все, ребят, фейл, блин. Откуда столько грибов набрал вот этих вот плюющихся? 4 штуки прямо ему выпало, блин. Ты издеваешься, блин? Я не поверю в жизнь, ребята, что прям 4 штуки ему выпало, блин. Бред. Теперь колпак ночной, блин. Тоже на грибах, блин. Ладно. Какого хрена вы мне вот выдаете вот этого? Ну это сейчас не катит здесь. Не катит здесь вот это вот. Ну. Сейчас гриб, наверное, да, свой выставит. Но двойной гриб. Хорошо, ладно. Двойной гриб. Допустим. Давай-ка проверим, что он там будет делать. Естественно, выставлять он никого не будет. Естественно. Кого он тут будет выставлять? Никого. Спасибо. Нет, парень, ну давай без этих вот выкрутасов своих. Без вот этих выкрутасов своих. Посмотрим. Бобы. Так, ладно, гриб. Он сделал, он захотел сделать солянку, короче, между грибами и бобами, да? Клананас, что ли, у него там? Не, ну может быть, конечно, и клананас. Я не удивлюсь, друзья, нисколечко. Так, заморозчик могил будет? Нет, у него будет немножко другое.
плюс один, плюс один. Угу. Так, ну этого замораживаем пока. Тынц. Сейчас защита сработает. Срабатывает защита. Угу, даже вот так вот. Надо смотреть, что он сейчас будет. У него ландшафт 100% еще должен быть. Вот он делает его. Не попал. Это тебе не поможет, парень. Ну, блин, ну, Мак, ну... Ёпта, лезешь-то как... Чухонец, блин. Не туда, куда надо, блин. И не тогда, когда надо. Силёнку не будем брать. Давай так, наверное, сделаем Эврику с тобой. Так, сейчас он еще двоих этих мне тут сделает. На воду. Давай только 2-2 на воду, блин, ставь. Чтобы этого хламона уничтожить. Молодец, спасибо. А сюда кто? По красоте. Просто, ребят, по красоте. Плохой вариант, парень. Очень плохой. Очень плохой был вариант. На грибах. На грибах мог бы он меня вырубить, конечно, ребят. Если бы он ландшафт бы... Если бы я ландшафт ему не перекрыл бы своей ледяной дорожкой, поверь, было бы очень плохо. А так выкрутились. Ну что, давай еще один поединочек, наверное, попробуем сделать. И будем на сегодня закругляться. Ну, поиск соперника. Ну что так долго? 3 часа ждем, блин, поиск соперника. Давай без... Во, нашли. Еще издевательство, что какая-то. Что-то за... Пошла у нас мета такая, блин, на... На грибах. Мета на грибах. Ну давай вот так вот поставлю. Угу. Потратили, ребят, он потратил 1 суперудар. Запомнили, да? То есть гриб можно уже не бояться. Давай дальше смотреть. Наносит 3 единицы урона. Окей. Ты серьезно? Так, что он может сделать? Бананы. Ну хорошо. Ага. Клананаса, что ли, хочет влепить? Ладно. Есть, ребята, еще один план у меня. Вот так вот. Все? А, нет, не все, ребят. Так, ну что я тебе скажу? У него...
Ну что у него тут остается? Грибы. 6 в лицо. Ну, защита сработает, понятное дело. Это мы оставляем. И делаем тогда следующим образом. Сюда. И сюда. А потом кровожадность. Не. Даже не думай об этом. Погнали. Блин, у него рассада двухгрибовая, да? Он сейчас сюда гриб поставит. Слушай, никого он не поставил сюда. Давай я так сделаю. Не надо этого делать. Но мне невыгодно этого уничтожать, да? Да, поэтому делаем вот так вот. Погнали. Блин, если он сейчас сюда... А, вот он как делает. Тыч! Дурила. Просто дурила. Ну и что мы здесь сделаем? Это тебе, парень, не поможет. По-моему, до свидания, можно смело говорить. 5, 4, 9. Еще сфейлиться не хватало. Давай в защиту. Вот так вот я поставлю, допустим. Нет, это тебе не поможет, бро. Есть такая штучка, называется ракетушка. Называется ракетушка. Она применяется легко и просто. Берем, например, вот так вот. И нежно отправляем вот сюда. До свидания. Все, друзья, отыграли. Удивлен, почему я этим грибу проиграл. Точнее, выиграл у гриба, а проиграл, извини меня, этой вспышке на солнце. Ну, как-то так. Все, друзья мои, на сегодня будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.